Доброе утречко, доброе утречко. Умывательные процедуры. Сегодня у Вени весь день. Будем сегодня Венечку мыть в душе. Уже купили шампуни. А Бубка будет нам просто помогать ее не помыть. Ой, как хорошо, да, Веня. Ой, вот это зоосалон. Вот это хорошо прочищает. Но, правда, еще и кусается. Буся, ну что за когти? Нельзя. Угу. Кусает Венечку за щи. Все, скажи, Веня, надоело. Надоело. Хоть и приятно, да? Чихули. Сейчас пойдем гулять. Хотя на улице уже жара. У нас вообще всю неделю больше 30 градусов обещают. Жара, духота. Вот так что гуляем понемножку и прячемся в прохладном доме. Все, к банным процедурам сразу видно, кто готов, а кто говорит, сами мойтесь. У меня язык прекрасный. Все, Венечка, сейчас будешь чистая, шелковистая. Шампунь купили для каких-то, не знаю, Бритни Спирс, по-моему, собачьих. Но для Вени, думаю, тоже пойдет. Послушный шелк для длинной шерсти. Ну, эти кудри тоже можно длинными назвать. Что, кудряшка Сью, пойдем мыться? Пойдешь? Пойду, такая умная девочка, все понимает. Полотенчик тебе выделили. Какой приятный. Даже в такую жару-то одно удовольствие умыться в душе прохладном. Бубка, ты пойдешь? Посмотрим, может присоединиться. Веня пошла, Буся, а ты? Пойдем с нами? Ой, что там устроим сейчас, А Бусю не берем. Веня такая, до свидания. Наблюдатель пришел. Ближе не подходит. К душевой. Нет, пойдешь? Заходи, будем тебя мыть. Даже я попариться в сауну пошла. А вы тут это мойтесь сколько хотите. Сейчас Буся Венечку принесу. Ой, как вкусно пахнет, да. Ой, подсветка. Что за вообще за красота? Бубка. Все, Буся заняла эти лучшие места на просмотр этого шоу. Шоу помывки. Кудряшки. Скажи, Вень, я в таком душе не мылась ни разу, только в ванной. Булочка, куда? Все. Буся, подставляй бок, тебя будем мыть. Киса думает, как бы сбежать. Я дверь закрыла. Она говорит, ой-ой, извините. Я не хочу здесь присутствовать. Ну так ты прячься и все, и надо же. Говорит, Веню мою боют опять, Веня. Веня, я ж тебя с утра уже умыла. Фу, противно. Ты плохо намочил. Мочи хорошо, смотри. Ляжки все. Все сухие. Да, Венза, ты же любишь плавать. Вот, вот тебе. Выпусти. Выпусти, киса сама может выпуститься спокойно. Он говорит, ну я не могу ж Венечку оставить здесь, хотя вода такая страшная. Нет, Веня, извини. Дружба и любовь это одно, но мы коты не водоплавающие. Все равно интересно, смотрите, подруга. Она всегда переживает, когда с Веней что-то начинаем делать, какие-то манипуляции. Собанечку намоем сейчас. Я вот чувствую, сейчас мы намоем, пойдем гулять, и она заново вся изваляется. Она такая потихонечку и к выходу. Все. Сейчас Веня намыливаться будем. Ой, переживающая группа поддержки. Буся, Буся. Дверь сейчас прикрою, она зайдет. Все, не хочешь с нами мыться, я дверь закрываю.
Ой, Веня, как хорошо-то. Вернемся в город, мама будет счастлива, что собака у нас благоухает. И конскими какашками, а шелковистой шерстью. Она все убегает. Ты что так боишься? Такая смешная. Надеюсь, Вису, что вы тут делать хотите. Массаж. Всего ротвейлера. Здравствуйте. Собаню твою обижают. Собаню твою обижают. Боже, да нет, вроде жива. Такая вообще нычка. Все, все, говорит, вот здесь буду смотреть. И говорит, отойди, пожалуйста, с выхода, чтобы мне собаню видно было, что там с ней делают. Ой, собаня намывает. Венечка, красотуля будешь. Что там у нее? О, какая грязная. Или это шерсть у тебя на руках? Угу, тогда уже линять перестанут. Вот в былые времена ротвейлера было просто на 20 сантиметров легче мыть без хвоста. Сейчас вот приходится. Вот что? Ну, посмотри, несчастный вид, у меня все такой видок. Ой, мучают собанечку, мучают бедную Венечку. За это должны точно козью эту лопатку. А Буся все переживает, говорит, ну лизать тебя не буду, Венечка, извини. Ты какая-то химическая. Уйти или не уйти? Буся, да ты бы знала, как приятно в знойный день под душ прохладный. Иди сюда. Ничего ты не понимаешь в удовольствии. Скажи, ага, почему Веня тогда свалить пытается постоянно? Ну садись, садись уже, боже мой. Венза, что за несчастный вид? Душ тебя пугает, смущает. Это ж почти как дождь. Только контролируемый нами. Вон как хорошо. Вон как хорошо. О, что за фонтаны. А это от нас далеко не отходит. Не дает тебе покоя, да? Ты же тут без моего вообще пристального надзора над собакой издеваются. Опять заняла место. Под бусточкой. Блин, скажу, а что кису не моют? А что кису не моют? Киса своими делами занята. Ой, какая чистая, Венза, от тебя вообще прелестью пахнет, а не волком лесным, наконец-то. Я думаю, посмотрите, какой гладкошерстный летний ротвейлер. У нее кудри почти как у пуделя. Все с меня, верните, пожалуйста, на место. О, можно мокрые валенки скатать. О, помыли собаку, теперь надо отмывать Вову и душевую. Все, собаня чистая. Венечка, какая красивая. Вообще. Ой, это сидит тут вообще вся съежилась. Все, душ выключили, можешь идти спасать Веню. Ой, говорит, вот это вот нравится, вот это хорошо. Ой, вот он, вот ради вот такого можно было терпеть всю эту мыльно-рыльную экзекуцию. Ой, как приятно. Скажи, Володя, собачьим массажистом работать можешь точно. Хорошо, так, говорит, все булки натирай, шерстяные мои. Все, Веня, это твое полотенечко. Теперь совершенно точно. Можешь загорать на нем, потом идти.
как хорошо, так как хорошо. На кису смотрит, ее там наглаживают. Собаку мою. Ой, вообще. Так иди посмотри поближе. Все, душ выключили, можешь не бояться. Че, венчика? Ну, все не так плохо. О, классно. Все, говорит, гулять пойдемте. Надо ж срочно исправлять. А вы мне тут, скажи, весь аромат испортили. Как тебе с дворовыми псами встречаться? Скажу, что за фифа? Клещ впился в полотенце. Не, он засохший, мертвый. А, засохший. Вот, видите, как таблетки работают. Хорошо. Клещ засох, умер и смыт. Вытерт. Да. Фу, миссия выполнена. Что? Все? Все, выпускаем зверей. Та-да! Свободны все! Ура! Веня, Веня, я видела, что с тобой делали! Я видела, что с тобой делали! Все! Венза, аккуратно! Ну, прекрати! Прекрати кусаться, киса, блин! В шоке! Скажи, я тебя спасала, как могла! Довольная намытая собака. Веселье. Устроила здесь каток на когтях. Че, да киса твоего веселья не разделяет, она не понимает. О! Веня, страшно, что-то вообще в нее водный демон вселился. Вы видали, что с ней? Бусечка, вот тебя бы так же намыть. Ну. Все, естественная сушка. Ротвейлерти. Гуляки. Вышли. Вот так вот. Кого-то моют, а кого-то валяют. Отлично. Супер. Пупер. Такие вот ванны у Буси. Все, всем спасибо за просмотр. Мы догуливаем и домой.